Глава региона Сергей Морозов встретился с представителями управления внешней связи администрации губернатора. Во главе угла подведение итогов работы за минувший год, а также постановка целей и задач дальнейшего межрегионального и международного сотрудничества. Сегодня Ульяновская область региона лидер по выстраиванию эффективных коммуникаций. Это наблюдают, к примеру, как агентство стратегических инициатив, так и Всемирный банк. Только за последний год мы нарастили круг нашего общения на 8 стран, на сегодняшний день 78 стран зарубежных являются нашими эффективными партнерами, с которыми осуществляются и торговые отношения, с которыми развиваются тесные культурные связи, связи в научной сфере, гуманитарные проекты. Как отметил Сергей Морозов, сейчас перед регионом стоит важная задача. Это ответ на межрегиональные и глобальные вызовы. Мы должны резко повысить нашу узнаваемость. Мы должны резко нарастить нашу экспортоориентированность. Мы должны резко нарастить приток инвестиций. Причем, коллеги, сразу прошу обратить внимание, умных инвестиций. В декабре прошлого года губернатор подписал распоряжение о внедрении стандартных требований к развитию международных и межрегиональных связей исполнительных органов. Кроме того, в Ульяновске впервые создали губернаторский совет по развитию сотрудничества и продвижению области. На днях был утвержден график работы совета. Скоро экономическую деятельность региона нацелят на совместную работу со странами Африки. Еще одна задача – это объединение всех конструктивных и содержательных сил, которые смогут помочь в дальнейшем продвижении интересов области, в том числе и за ее пределами. Я веду разговор о том, что мы впервые с вами начнем заниматься быстрыми отношениями не только с объектами экономической деятельности, но и с объектами культурной, молодежной, общественной, образовательной и научной деятельности. А это значит, что у каждого учреждения, образовательного или культурного, будет свой партнер. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.